Мои дорогие, привет! Привет, привет, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Фух. Не могу, блин, я хочу спать. Очень хочу спать. Вообще. Чё я держу в руках телефон, блядь? Мне нужен пульт от телевизора. Я ж все еще не купила батарейки. Включу Россия 24, посмотрим, что там у нас в державе творится. У нас снег. Носочки надела. Представляете, пробка от вина лежит под креслом. Ну это вообще, это как будто бы семья алкашей. Ой. Сейчас я иду. Сейчас я иду. Ой, не могу. Я там уже начала кровать заправлять. У меня все параллельно делается. Я не могу. Я не могу никуда идти. У-у-у, горячая какая. Лучше-то, да, это как сказать, вино, вот я вчера не допила, это вот розовое. Там еще там на бокал на хороший, лучше поставить в холодильник же, да. Оно все еще постояло на столе. Вот я включила свет, и я прям жить не хочу. Без света ходишь, так тепло, так комфортно. Да я уже простынку все натянула. Вчера стирала сейчас. Там колготки, чтобы чистые были, там брючки. Не, ну это просто нереально. Сегодня четверг, а завтра пятница. Ну-ка, идемте-ка на балкон сходим. Там вон это. 8:09. О-о-о, 8:09. Ну-ка. О-о-о. Посмотрите, у нас идет снег. Это во-первых. Фух. Все, зимушка, зима. Снег идет, я не знаю, видно или нет. Снег идет. Вот рамы закрыты и не холодно. А что мне сегодня пойти на работу? Сегодня пойду это в красной куртке. Да, в красной куртке пойду, в новой. Ту, которую мне из Самары привезла Танька. Вечером пойду на подстрижку челки. Да хочется посидеть на балконе. Но я ведь не ку-ку окончательно. Давай разлей еще кофе на себя. Поставки нефти были временно приостановлены. Я не умывалась еще. Цены на импортную парфюмерию могут вырасти до 15%, а поставки духов и туалетной воды в России, возможно, сократятся. Да вы чё? Да вы чё, блядь? Вот видите, лилия раскрывается. Какая красота. Лайн, запнись. Лилия раскрывается. Потрясающий аромат. Но когда этого запаха много, это не дай бог.
Посмотрим, что там делается в социальных сетях. Ой, куда-то я нажала. Ой, слабый сигнал или нет сигнала. Как, блядь, идти на работу, а? Вот, видите эти вот желтые хризантемки? Живее всех живых. Такие милые, такие красивые. Это удачная партия. Мы вот на день рождения ездили, Коля, когда? В субботу. Так мы тоже хризантемы. Я говорю, слушай, давай подарим хризантемы, потому что они, говорю, вообще стоят долго. Такие они классные. Я говорю, у меня желтые стоят долго. Я говорю, давай купим. Я говорю, давай. Там с Эльвинкой покупали. Что-то как-то у меня количество подписчиков. Представляете, в YouTube этой творческая студия, у меня там как будто бы 25 726. А вот если на канал заходишь, там 26. Так сколько у меня подписчиков? Мне же надо следить за этим. Я не знаю, почему раньше было наоборот. В YouTube-студии правду показывали. Тут 26 тысяч. Там 25 с чем-то. Ну, ладно. Мои люди всегда со мной. Даже если кто-то отписался, разочаровался и разлюбил, это не говорит о том, что я плохой человек. Это говорит о том, что нам не по пути. Давай, блядь. Инна, ты купи сегодня батарейки. Ты заебала уже сама себе. Жених и невеста могут оказаться братом и сестрой. Максим Фадеев, судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сегодня вечером группа «Руки вверх». Джах Халиб, Джадуа. Ну-ка, давай тогда послушаем. Неделю назад я так-то слышала уже эту песню. Это еще на зиму слышала песню, типа она там в 2050 году. Со скидками 40% на Wildberries. Ой, пойду. Маленечко прилягу. Не хочу спать, я не могу. Не хочу спать. Ой. Время 9:00. Я вот так вот каждое утро. Хожу, блужу. Послушайте на хорошую композицию, потом пойти на работу. Ой, блядь. Так, как говорится, сделали операцию и это. Встал, чтобы Ольга Бузова подняла моего брата на второй день после операции. Когда в реанимации включили, он встал и выключил. Так, Джадо. Нужно кого-нибудь хорошего послушать. Вроде так прилично, мужик. Да? Ну-ка, чё, ну, кисловато. Премьера трек. Такая музыка, такая наркоманская. Нужно быть укуренным, просто укуренным. Все тяжелее и тяжелее. Снег кидали? 15 минут. Ну-ка, все, блядь, Инна, вставай нахуй. Я уже все смяла. Я же натянула все простынки. Женька все еще не переехала. У нее какие-то варианты ей разонравливаются, какие-то варианты срываются. Люди выставляют на продажу квартиры. Блядь, это вообще я не представляю. Люди с утра говорят одно, вечером говорят другое. Ну как такое вообще возможно? Что, блядь, за люди кругом?
Женьке принципиально нужен район Синарский, принципиально нужен центр города. На Южную она говорит, нет, я не поеду, я на Южную тоже не поеду. Женька сама работала 12 лет в БТИ, она все эти дома, которые построены, она их все принимала, ставила на баланс города. Сама ездила на выезда и эти, составляла эти вот, как сказать, ну эти, описи-то. Не описи, как техпланы. Она говорит, пиздец, на такие дома. Где взять квартиру, а? Ну реально, где взять квартиру? Посмотрите, я как вчера царица сидела. Ой, там кружка. Как я царица вчера сидела, проводила прямой эфир. Под жопой какое было. Это. Вот этот. Мешок с подарками стоит. Новогодний. Я как сидела. Жопой мягонько все было. Ой. Инна, вставай. Инна, вставай. Я Максима включила. Макса Барских. У меня сегодня опять стажер. Какую, блядь, не минуты. 8:18. Инна, ёб твою мать. Иди уже. Иди уже на работу. Зачем мне день? В нем нет тебя. Я не могу, не хочу вставать, не хочу никуда идти. Пошла умываться. Кто-то мне говорил на печь блинчиков, ну точно. Прямо вот проснулась и кинулась на кухню печь блинчики. Я могу в качестве эксперимента это сделать только выходные. Чё за жизнь, блядь? Как можно выглядеть? Как можно быть счастливой с утра? Не могу. Цветочек надо полить. Чё, блядь, с ним? Спотифил. Счастье такое. Пизда, короче, счастье пошло. Счастье – это я. Не хочу видеть эту реальность. Не хочу и не буду, блядь. Посмотрите, лежу. У нас как такая. Ой, блядь. Еще, блядь, телефон лежит рядом. Ой. Короче, все. Пошла умываться. Пошла умываться, что делать, блядь, надо идти на работу. Шуточки думаете, что? Умылась уже? Там в ванну уходила. Прибавлялась я музыку. А, давай. Да ёб твою мать. Из-за какой-то группы Виагра ебучей, поди еще наложат на меня эти. Не могу. Не могу, не хочу никуда идти. Что-то, девки, вы меня разочаровываете. Вот это вот, любовь, это вот. Сейчас я включу что-нибудь. Зара с понедельника. Вот это хорошая песня. Зара сама красавица. И она с понедельника начинает новую жизнь. Я вот тоже, наверное, с понедельника начинаю новую жизнь. А чё? Я тоже начинаю новую жизнь. Некоторым людям там не будет места. Подождите еще. Подождите. Это мне Машочек выслала. Этот кремик. Ой. 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 Щечки. Щечки надо смазать.
персички свои. Зубки почистила, все сделала. Вот это хороший крем, надо будет еще такой заказать. Как Зара, такая красотка. Такая вообще огонь девка. Красивые такие волосы прямые. Вот нет, чтобы вот, блядь, такие же у меня были, как у нее. Но у нее-то, как сказать, восточная вообще тип лица. И у нее и волосы, соответственно. У девок, у мусульманок, у них волосы же совершенно другие, не такие, как у нас. Они такие жесткие всегда, красивые. Ну, я сегодня тоже сделаю маску из хны. Не маску там, она у меня типа с таким же цветом, как у меня. Блять, Инна, ты даже ни хера не сделала. Ничего не сделала в этой жизни. Ничего не сделала в этой жизни, уже устала. Я надела только трусы, блядь, на себя. Надо хоть пледом заправить. Не хочу никуда идти, блин, хочу спать. Еще надо что-то выделываться, сидеть на работе, работать. Работу работать. Ой, мне там от Василька я плед заказала. Плед заказала от Василька. Две штуки вроде бы. Надо мне этот белый сменить и еще белый. Кстати, там девочка мне какая-то написала, что она хочет получить его в подарок. Или она написала, что она хочет его у меня купить. А я этой девочке написала ВКонтакте. О том, что это. Ну, в общем, я спрошу у Аленки, которая мне его подарила. Если она не против, то я его передарю. А я еще так вот не спросила. Ой. В чем мне пойти, а, блядь? Мне даже и надеть нечего. Сколько на улице? 6 градусов, да? По сути, не холодно. Можно же и в платье пойти. Позориться. Позорище, блядь. У меня платьев нет новых. Ну-ка, сейчас я мигом. Так. Сейчас я посмотрю. Ну, как платьев нет новых? Они у меня на кресле лежали. Мне же некогда крестовые убрать-то. Так. Сейчас я. Так. Вот в этом я ходила, в сиреневом ходила, в кружочек ходила, в этом ходила, в этом уже ходила. Вот в этом ходила, ха, вот в этом ходила уже, вот в этом ходила. Так, вот в этом ходила к Ольге на день рождения. Ну, когда вот мы в бане расправляли. Вот в этом ходила к Ольге на день рождения, вот в этом, пожалуй, пойду на работу сегодня. Да, сейчас вот я оденусь. Сейчас я оденусь. Ну, блядь, время 30 минут доходит. Так хотела пойти посмотреть на природу, на погоду. Где колготки? Так, платье черное, да? В общем, у меня есть вот тут постиранные колготки. Знаете, какие? Вот такого цвета. Вот такие колготки есть. И вот такие. Какие лучше? Черные, да, лучше по ним полюбиться. Могу нахуй никуда идти, не хочу никуда идти. Короче, сейчас я срежусь, вернусь к видео. Все. Ой. Маленькое черное платье. Я уже оделась. А-а-а. Фух. Что, я вынуждена идти на работу? Вынуждена. Платье.
Ой, я же свет выключила. Вот такое платье. Красивое платье. Очень даже. Василечек выслал. Надо его отрезать. Надо отрезать, надо сережки какие-нибудь взять. Чё к чему, да, размер сверху. Вот здесь вот прикрепили. Вообще, что ли, пизда? Так. Даже нечего надеть из украшений. А вот если бы у меня были те бриллиантовые сережки, которые я увидела, у меня бы было что надеть. А тут, блин, тут даже надеть нечего. Вот это вот, может быть, кольцо такое вообще летнее. Мне реально даже надеть нечего. А, ну вот, вот этот вот комплект надену. Вот этот. Вот этот тоже неплохой. Вот этот надену. Слава поет. Где твое плечо, я устала быть сильной. Сколько мне еще притворяться любимой. Ой. Сейчас я прекращу эту, блядь, хуйню. Так, Слава, давай в другой раз. В следующей жизни, когда я стану кошкой. Бросила ночнуху, в которой ходила. Так, Назима. Хазима ли? Анивар. Вот Анивар. Вот это вот. Вот это вот надо послушать. Анивар. Вот эта девка мне нравится. Так. Видите, какая? Так. Что, надо помадку-то взять, да, какую-нибудь? Дай мне слово, что не уйдешь. Такого слова никто, детка, тебе не даст. А если дадут, сразу же заберут. Такой Василечек комфортный для жизни, а? Так. А что-то она какая-то сырая. Блядь, я же умывалась в ней. Что-то она сырёхонькая вся. Так, ладно. Так, лежи, сохни. Ой. Так. Вот эти кармашки еще есть. Так, телефончик. Ой. Что мне надо сделать? Мне надо за стулом сходить. А и достать куртку сверху. Сейчас. Заберу, украду, заберу. Так. Так. В этой куртке пойду, в новой. Сейчас примерю. Хотя что мерить, я знаю, как она на ней сидит, потрясающе. Как и все вещи. Межсезонье, блядь, в могилу может свести. Когда одна обувь не убрана, когда вторая обувь не убрана. Так. Слушайте, у меня куртка-то ведь с капюшоном. Может быть, мне нужно пойти, блин, камень. Сейчас я. Так. Ни на что, блядь, нет сил. Заберу. Вот если вот я сейчас запнусь, я, блядь, упаду сразу на кровать.
и это уснул. Пуховая. Ну вот как раз. Я что, должна мерзнуть, что ли? Сейчас пойду вот в этой курточке. Ой, какая комфортная. Вот. Тут что? Вот это что я буду? Всю жизнь ходить запинаться, что ли, за это? Брючки. Кофта. Вот в этой кофте, кстати, я вчера ходила на работу. Носочки и трусы. Так. Вот куртку надела, да, и нужно все дела проворачивать, чтобы вспреть окончательно. Все воображаю. Сейчас я уже выхожу буквально. Фу, блядь. Уже 7 потов сошло. Мне нужно это все выключить и выйти из дома. Господи, вот он пульт. Что это завис, блядь? Ага, все. Так. Я же остановила вот это вот все. Так, выйти. Не могу, я хочу спать. Так, все. Заберу, украду, заберу. Ну-ка, вот надо пойти полить цветочек вот этот. Сейчас чуть-чуть его под кран суну. Да под теплую воду, под теплую, не под ледяную. Ума-то у меня хватит. Потом займусь все этими цветами. А знаете, что я думаю? Куртка у меня короткая, платье короткое. Я что такая, пойду вот такие вот ножки, что ли, в куртке? Что, серьезно? Ну вот у меня же еще длинная куртка есть. Да? Ну-ка, вот смотрите. Вот, например, вот такая куртка, вот такое платье. Вот такие ножки идут. Ну как вот, блядь? Не лет поскольку надо. Брюки, что ли, надеть? А брюки такие же, блядь, как колготки. Пойду в колготках, в пизду. Мне на работе есть, кстати, длинное платье. Ну что, куртка? Что, реально, да, куртка? Ну хотя она же не короткая. Нормальная куртка. Она же не вот такая. А, все. Что с шапкой надо решать что-то? Вот это вот я зачем понесла? Так. С шапкой вопрос не решен. Шапки не бывало. Так, шапок тут немерено. Вот такая синенькая есть. Красивая. Тут Надя вязала. Это что? А это брюки. Кстати, вот я их, блядь, потеряла. Вот они лежат. Синенькая. Вот в этой пойду. В коричневую. Какая коричневая? У меня повязка есть. Вот же у меня повязка есть и капюшон. Вот. Я же вот недавно брала все. Вот. Вот. И капюшон. Вот.
Очень хорошо. Вечером буду с чёрной. Сколько там времени, Николай, даже боюсь смотреть. Что за жизнь? 8:47. Я охуеваю, дорогая моя редакция. Просто охуеваю. Красивая девочка. Подухарюсь в сумке, какие духи есть. Смотрите, свет не выключила в гардеробной. Сейчас зима. Представляете, сейчас выйду, а там зима. Ой, так, ну-ка, капюшончик. Ой, снег идет. Фух. Доброе утро. Снег идет, видно? Пойду этой дорогой. Ой, идут, да, такие ножки. Ну, куртка-то и не короткая, нормально. Ну, и на зима. Вот я сегодня спала, хоть и маловатенько, но хорошо спала. Новые перчатки у меня. Вчера мне такая Настя говорит: ну ты чё не в платье? Сергей приезжает, ну, как и курьер, и руководитель этой алюминиевой. Такой говорит: Инна, ты почему не в платье? Я говорю: мне нет, новых платьев не осталось. Он такой: ну как так? Я говорю: вот, подойти должны. Я говорю: зато у меня новые трусы, новый лифчик. Он такой: пошли, будешь показывать. Я говорю: ой, как смешно. Представляете, снег? Снег, снег, снег. А может быть, вчера я плохо спала не потому, что у меня совесть нечиста, а может быть, потому что... Может быть, потому что просто какие-нибудь магнитные бури. Посмотрите, а. Прям в хайло снег летит. Даже говорить не могу. А снимать надо. Ёбаный блогер. Там в красивеньком платье, в черном. Ой, мои дорогие, надо идти на работу. Влаку жалкое существование. Каждый день хожу на работу. Если честно, что у меня уже с ресницами? Ой. Клево, да? Куртку пуховую хорошо, что надела. Все, мои дорогие, доброго утра всем, хорошего дня. Я постараюсь без опозданий, постараюсь успеть на ту маршрутку, на которую я планирую успеть. Все, пока всем.